Всем привет! И это новая распаковочка, но уже с Wildberries. За этот месяц я сделала очень много покупок с Wildberries. Надеюсь, вам понравится моя новая очередная распаковка. Желаю всем приятного просмотра. Давайте начинать. Первая вещь — это брюки. Офисные брюки. А материал у них приятный. Здесь в составе идет эластан, вискоза и полиэстер. По качеству они приятные. Также швы везде ровные. И также в конце есть маленький разрез, что визуально удлиняет и стройнит ноги. В описании этого видео я прикреплю ссылочки на все товары, которые я приобрела. Так что можете прийти и приобрести тоже. Следующая вещь – это офисная жилетка. Вот она так... Блин, мне чисто нравится сейчас этот тренд, этот офисный стиль. Хотя я для него любила офисный стиль, но вообще я такая радостная, наверное, была, когда я ее приобрела. Что я скажу по поводу жилетки? Швы везде ровные, ткань приятная. Также здесь есть обманки, кармашки. Вот, ну, мне она очень сильно нравится. Так что можешь даже покупать, но уже смотрите на своё усмотрение. Вот. Следующая вещь – это пиджак. Да, это пиджак. Тоже офисный пиджак. Швы тоже у него везде ровные, нигде ничего не торчит. Вот. Но ткань приятная. И да, он оверсайз. Кстати, здесь еще есть пуговки. Очень красиво смотрится. Такой дизайн. Очень приятный. Минималистичный, как бы я сказала. Следующий товар — это уже юбка. Миди кожаная. Я ее приобрела носить сейчас весной, так как сейчас не холодно и не жарко. Сбоку есть вырез, что будет казаться, что у вас есть длинные ноги и худенькие. Также сзади имеется резинка. Сборки такие. Это очень красиво. И красиво подчеркивает вашу талию. Ну и что? И до меня добрался этот тренд. Так же, как и жилеткой. Я купила себе брюки. Как вы уже видите, они гипюровые. Тут такой цветочек. Такой вот цветочек. Это не как бабушкины цветочки, а такой маленький узор. Мне очень нравится, по качеству они выполнены отлично, нигде ничего не торчит. По составу здесь не написано, знаю то, что только произведено в Кыргызстане. Кстати, здесь есть подкладка, как бы это шортики, как я поняла. А, кстати, здесь тоже имеется резиночка. Вот. Моя оценка 10 из 10. Мне очень нравится. Ну и следующая вещь — это джинсы. Да, как вы уже заметили, эти джинсы со стразиками. Мне так понравился этот тренд. Я просто в него влюбилась. Я хочу скупить
все джинсы с стразиками, все вещи, которые есть стразы. Это так красиво. И мне почему-то сразу вспоминается детство, где мне мама покупала вещи все такие со стразиками, там, Винкс. Блин, это любовь. Любовь детства. Ну, что скажу я про эти джинсы? Да, они красивые. Они на низкой посадке. Смотрятся они красиво. Вот. На рост 1,55 м они сидят идеально. Но здесь есть такой маленький нюанс. Торчат нитки. Вот эта черная ниточка меня бесит. И они везде почти торчат. Она торчит только в одном месте. Она меня бесит. Кстати, здесь сбоку тоже имеется вырез. Ну а так они очень приятные. В них не будет жарко летом, что я рада. Вот. Ну и следующая вещь, это я уже купила домой, ходить по квартире дома, и это топики. Что я скажу про эти топики? Стоят они копейки. Я купила вот две пары, черные, белые, за 400 что ли рублей. Вот, они стоят копейки, приятные, летом будет не жарко, и так как я сейчас собираюсь переезжать в теплую страну, по сравнению с Россией, да, это будет очень удобно. Да и в принципе, сейчас из-за того, что будет жара сильная, 40 градусов, 30. Но это находка, которая спасет меня летом, когда я буду. Это был белый топ, сейчас будет черный. Ну, он ничем не отличается. Такой же топ с таким же вырезом на спине. Вот. Но сразу могу сказать, регулируются лямки. То есть это надо подбирать под ваши размеры. Вот. Кстати, здесь еще есть резиночка. Очень удобно. Так что я рада, что приобрела эту вещь. Ну и последнюю вещь, которую я купила на Валберсе, это... пальто. Как же я люблю пальто. Кто бы знал, как я его обожаю. До этого у меня было одно пальто. Я его покупала в городе. Но я его проносила 2 дня. У меня оторвалась пуговица. Я не нашла замену этой пуговицы. И оно просто висело. Я его не одевала. В этот раз я учла все свои косяки, все свои ошибки и приобрела такое пальто, на которых есть такая вот кнопочка. Вот, можно не бояться, что вы ее потеряете. И кроме этого, здесь есть пояс. Сказать, что я рада, это не сказать ничего. Я просто его безумно люблю, этот... Это пальто. Это пальто цвета темно-коричневого. Снизу также по бокам есть вырезы. И также сзади есть вырез. Это смотрится очень красиво. И мне очень нравится носить данное пальто с сапожками на каблучке. Мне почему-то сразу вспоминается стиль мафии. Или же офисный стиль. Мне кажется, вы теперь поняли то, что я больше всего люблю офисные стили. Для меня это что-то нереальное, это что-то красивое, элегантное. Блин, мне как, кстати,
Размер данного пальта 42, на мой рост 1,55 м. Обожаю. Ну что ж, моя распаковка подошла к концу. Надеюсь, что вы его посмотрели до конца. Вам что-то понравилось, что-то приглянулось, и вы тоже захотите купить. Я, наверное, вас попрошу поставить мне лайки, подписаться на мой канал. Да, подписаться на мой канал. Написать в комментариях, понравилось ли вам мое видео, какие видео вы ждете от меня еще. Я буду с радостью вам снимать, делиться своей жизнью, своими новыми покупочками. Всем спасибо!